А вот про ООН выделила Казахстану грант на 200 тысяч долларов. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал заместитель постоянного представителя организации Виталий Времеш. По его словам, первый транш на 100 тысяч долларов уже направлен, второй последует в конце мая. Чтобы смягчить последствия пандемии, программа развития ООН поддержит и другие страны, в том числе Кыргызстан и Узбекистан. В соседние республики направят 89 тысяч и 250 тысяч соответственно. При этом объем поддержки зависел от запросов страновых офисов программы развития ООН. Так, в казахстанском филиале запросили выделенную сумму на несколько проектов по трем направлениям. Оценка социально-экономических последствий с тем, чтобы в будущем составить стратегию по восстановлению страны. А также на проект по повышению занятости среди молодежи в регионах и на цифровизацию. Чем отличается проект Казахстана от других? Это то, что мы направляем наши ресурсы на работу по цифровизации, которая связана с ускорением процессов цифровизации во всех областях, особенно в социальной сфере, для того, чтобы когда у нас будут такие ситуации, которые у нас сейчас в связи с коронавирусом, мы смогли обеспечить более бесперебойную работу в сфере образования, в сфере предоставления социальных услуг и другие.